Здравствуйте, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. И я хочу всем заявить, что я решила пройти 32-дневный марафон «Вызов и победа». Почему же я такая вот свободолюбивая, активная, самостоятельная путешественница, человек, у которого сбываются очень и очень многие мечты, почему же я решила пойти на вот такой шаг и обязать себя? Ну, знаете, прежде всего потому, что как любому, даже самому отличному спортсмену, но нужны тренера, наставники, точно так же активному человеку, лидеру, все, кто живут, имеют активную жизненную позицию, им также нужно общество сильных, смелых, креативных, решительных людей. А также нужен волшебный пендель. Поэтому я решила поставить себя в такие условия, чтобы пройти этот марафон и выполнять все задания. И если я не выполню эти задания, то я подарю незнакомому прохожему свой телефон. Вот такие обязательства. Что же я жду от этого марафона? Но прежде всего я хочу зажечь новый факел в своей жизни, чтобы нести этот свет и зажигать сердца других людей. Я хочу энергию, я хочу новые инсайты, вдохновения, озарения, чтобы душа пела и плясала. Я это очень люблю. И я хочу так планировать свое время, чтобы дух, душа и тело были в гармонии. Первое задание я уже выполнила.